Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов, и сегодня у нас вскрытие трех, конечно же, подарочков, посылочков, не знаю, как хотите называйте. В общем, будет у нас AliExpress, это будет вторым, я уверен. Вот, ну я еще не выбрал, что я открою первым и третьим, но сейчас мы сразу же после перебивки с вами это решим. Ну, вообще, долго, я думаю, решать не буду. Вот это вот тяжелее, вот это вот легче. Так что давайте начнем с сюрприз-бокса сегодня. К сожалению, я не так подготовлен, как обычно. Ну, в плане того, что, помните, раньше я все вскрывал своими руками. Мне прям очень всегда любопытно, что же мне попадет в сюрприз-боксе, потому что, ну, блин, ну, там всегда какие-то неожиданные штуковины. Сюрприз-бокс. Мы уже привыкли к такой упаковочке. Тут все ок. И вот самое интересное. О, давайте сделаем, как вот в последнее время мы это делаем. То есть вы уже видите, а я еще нет. Давайте. Готовы? Ставьте большие пальцы вверх, если готовы. Ага, вот, ставите. Спасибо вам большое. Все, значит, вы готовы. Давайте. Ну, что я могу поделать? Ну, откуда мне было знать, где низ, где верх? Давайте еще раз. Готовы? Ставьте большие пальцы вверх, если готовы. Все равно не особо ничего не заменит. Нифига себе! Нет, это реально круто! Я всегда с детства хотел такую штуку. Вот серьезно вам говорю, когда в магазинах смотрел и думал, это же так прикольно, когда вот эти фоторамки, блин, это клево, реально. Реально я с детства хотел, но всегда думал, что, блин, они такие дорогие, зачем они? Фоторамка с пультом? Вы серьезно? Офигеть, слушайте, это целый планшет, ё-моё. Круто, прям очень серьезно круто. В общем, давайте познакомимся с этой рамкой поближе. Так, здесь у нас типа такая вот подставочка, да. Все стоит. Так, здесь у нас включение, но я думаю, что он не включится, не знаю почему. Ну да. О, есть. Ну, видите, на данный момент там всего одна фотография. Давайте попробуем загрузить побольше фотографий. В общем, вот такая это цифровая фоторамка, и мечта детства моя исполнена, я этому очень рад. Ну а мы переходим к вашей уже любимой рубрике «Дешевой Али». Но мне кажется, только ленивый не слышал о том, что 11.11. грандиознейшая распродажа на AliExpress. Там просто все какие-то, прям вот все очень дешево. Можно просто по гигантским скидкам все купить. Но это еще не все, ведь есть еще кэшбэки. Сервисы, которые позволяют вам, ну, мало того, что купить, например, на AliExpress, так еще и получить процентов 10, а то и больше за то, что вы купили. Один из таких кэшбэк-сервисов – это Letyshops. Letyshops сделали не только увеличенную скидку на AliExpress в этот день, но и разыграют призов на целый 1 000 000 рублей. Можно выиграть смартфоны, планшеты, квадрокоптеры, ну и, в общем-то, много чего другого. Зарегистрироваться на Letyshops можно, как по мне, самым удобным способом, то есть через ВКонтакте. То есть заходите, жмете ВК, кнопочку и все, и вы зарегистрируетесь. Это же, мне кажется, самое простое. Не нужно не вбивать этих почт, какие-то пароли все эти придумывать, получать. Просто через ВК зарегистрировались, и вы молодец. В общем, готовьтесь к этой распродаже, ведь она уже 11.11, то есть вот прям в эту пятницу. Заходите на AliExpress, покупайте там все через Letyshops, получайте кэшбэки. Ссылку я оставлю в описании. Все, давайте переходите. Ну а мы приступаем к дешевому Али. Вот такая незамысловатая коробочка. Все здесь предельно просто. Я уже, кстати, нашел конечек вот этой вот ленточки. И мы открываем. И, ну, так, пупырчатый у нас пакетик. И вот такая вот штучка. Не знаю, это похоже, чтобы, знаете, ногти это обрабатывать. Я честно, я уже забыл, что это такое. Ведь мы это давно заказывали, ё-моё. И еще есть вот такая вот. Слушайте, я прям не знаю, это какой-то набор для пыток, может быть, серьезно. Вот, я нашел, короче, нашу вот эту вот ручку, не знаю, как ее назвать. Название: гравировка, ручка для скрабукинга, инструменты, канцелярские, DIY, гравировка от электрический карвинг пен машины. Серьезнее, чем тул гравера 5509. Если вы знаете, что такое тул гравера 5509, пишите в комментариях, потому что я, например,
вообще не представляю. Выглядит это все ровно так, как нам прислали. Это радует, естественно, но и цена. 394 рубля это то, за сколько я купил, а вот в день распродажи она будет стоить 256 рублей. А еще и деньги могут вам вернуться с Letyshops'а. Блин, кэшбэк, это, конечно, круто. То есть где-то за рублей 200 бы я ее мог купить, если бы купил ее 11 числа. А я ее купил раньше. Так, вот таким делом это все открывается. Не, не открывается. Что такое? А, во, батареечка вставляется, батареечка вставляется. Как-то все это закреплю... Блин, я как будто у зубного. Серьезно. Блин, реально как будто у зубного. Так, на чем начнем проверять? Нифига себе. Ну хотя, конечно, кривовастенько, но блин, ну прикольно же. Блин, прикольно. Так, давайте попробуем на чем-нибудь железном. Ну. Ну, вообще сказать, что она не работает, нельзя сказать, ведь она работает. Другое дело, что как-то все это, конечно, не знаю. Мне кажется, нужно быть сверхпрофессионалом, чтобы прям ровненько, красивенько все делать. Но это уже, знаете, для людей, у которых руки растут из того места. То есть не для меня. Последнее на сегодня вскрытие у нас пришло от город Москва, туда-сюда, не буду говорить от кого, пока что я вижу только беленькое что-то. Так, хорошо, пока что я вижу только беленькое, и я вижу, что это что-то беленькое. Так, если мы это дальше сделаем, хотя вот тут предположение, вот давайте только вот честно, не глядя далее, напишите в комментариях ваше предположение, что это, потому что... Не знаю, вот по мне так вот по этой белой фигне ничего не понять, серьезно. А у тебя есть предположение? Вообще никакого. Ну, одно предположение с тебя и одно с меня. Мышка. Мышка, у меня типа навигатор. Такой. Ну, не знаю, фиг знает. Ну, какой-нибудь в автомобиль. Да. Блин, я думал, здесь что-то проявится. Не, нифига. Я просто... Не, я не угадал, я просто здесь сбоку увидел. Отвечает-то оно! Быть не может! Серьезно, я сначала увидел слово watch, а потом увидел яблочко. Просто кобздец какой-то, серьезно, люди. Это Apple Watch, да не может быть. Может, какая-нибудь китайская? Да нет, вроде. Apple Watch, серия 2, 42 миллиметра. Так, ребята. Опа. Просто мне не верится, серьезно. Подождите. Как? Смотрите, как она прикольненько распечатывается. Так, хорошо. Дальше. Так, ну пока вроде все как надо. Ух ты ж, блин, какая коробочка. Офигеть. Я серьезно, я просто первый раз в жизни вообще вскрываю Apple Watch. И, ну, я не знал, что все это так выглядит. Смотрите, как круто. Ё-моё, смотрите. Офигеть. Пацаны. Охренеть, пацаны, это же вообще просто кобздец. Ё-моё, пацаны. Ё-моё. Офигеть. Блин, у меня аж руки трясутся, это же просто, это же мечта почти что. Они прям охеренные, я бы даже сказал. Это ж вообще... Я еще, смотри, как удачно беленький такой весь сегодня. Ё-моё. Только, пожалуйста, не надо этих глупых вопросов, почему на правую руку. Ну, я с детства ношу на правой руке. Все. Как бы других вариантов нет. Ё-моё, это же, блин, Я полагаю, они еще не включить их. Это просто какой-то капец. Вообще капец, 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 капец. Блин, я прям в шоке. Смотрите, какие они херенные. Ё-моё, я прям не могу. Капец какой-то, капец. Сколько я произнес раз слово капец? Ну, я могу сниматься в фотосессиях для Apple. Блин, я не знаю, я прям... Не знаю, что сказать, серьезно. Так, вот этот прибор, который очень похож на статоскоп, да. Часы, получается, так вот кладем. О, они магнитятся.
Ой, прикольно. Ой, они уже включились. Ну, слушай, это затмило даже фоторамку. Фоторамку, блин. Фоторамка вообще ни о чем по сравнению с этим. Так, ну я так понимаю, что, ну, в принципе, ну вы же, в общем-то, видели и знаете, что это такое, как это все работает. Просто давайте сделаем так, если вы понаставите большое количество пальцев вверх, ну, не знаю, давайте возьмем такую сумму, 50 тысяч. Да, на моем канале это почти нереально, поэтому я именно такую... предлагаю вам сделку. Вы ставите 50 тысяч пальцев вверх, и если вы их понаставите буквально там хотя бы за недельку, то я эти часы... И все думают, разыграю. Нет, конечно, не разыграю. Я хочу их использовать, попробовать, потыркать. Вот, я эти часы прям протестирую и покажу вам все их минусы и все их плюсы. Все, я даже садиться не буду. С вами был Костя Павлов, счастливый до безумия. Всем пока!